С проблемами с законом на этой неделе столкнулся и полный тезка директора стройсервиса. Но этого Виталия Сергеева, экс-начальника отделения полиции, уже будут судить за взятку. По версии следствия, Сергеев, возглавляя отдел по борьбе с преступлениями против личности отдела полиции номер один, вымогал 50 тысяч рублей у двух подозреваемых в избиении охранника ночного клуба. За эти деньги Сергеев пообещал либо изменить квалификацию преступления на более мягкую, либо закрыть уголовное дело. В сентябре 2012 года около здания отдела полиции Сергеев получил от одного из подозреваемых 25 тысяч рублей. А вторая часть денежных средств должна была быть передана на следующий день. После чего при передаче денежных средств на следующий день Сергеев был задержан сотрудниками Управления собственной безопасности МВД России по Омской области с поличным. В период следствия он был уволен за совершение поступка, порочащего честь сотрудника полиции. Донесли на решившего подзаработать полицейского, как оказалось, сами подозреваемые мужчины. Сергеева обвиняют в мошенничестве по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.